Мы сейчас в горах едем на озеро Минневаска. Вот остановились на несколько минут. Вот здесь такое место, где можно площадка, где можно встать. Вид, конечно, замечательный. Вид, конечно, замечательный. Вот это озеро Минневаска. Сейчас мы идем вниз, чтобы искупаться. Очень красиво. Вон еще домик здесь. Подходим к озеру. Здесь такой пляж небольшой. Люди отдыхают, сидят, плавают. Мостки. Такое озеро Минневаска. Тут уточки ходят дикие, людей не боятся. Она что-то ищет себе покушать. Здесь такая погода приятная, такое тепло мягкое. Сейчас середина июля почти что, 11 июля, а жары совсем нет здесь в горах. Зверобой растет. А здесь ромашки лесные. В лесу такие цветы. С противоположного берега. Минневаска во всей красе. Вот
такой красивый водопад. Здесь прямо рядом с озером этот водопад. Какие корни дерева в скале. Улица Гугенотов в городке Ньюполс. Здесь было где-то 12 дней. Это первые гугеноты, которые сюда приехали. Вот старинный дом гугенотов, которые сюда приехали. Какие домики интересные. Такой вот городок. Замечательный, уютный, в горах.